Создали. Мы скипаем или Не, убиваем? не, 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 мы чистим. Две пачки. Мы в себя не верим. Мы слишком бездарны, сори. Это мог для этих скипов. Еще у нас хилы бездарные, не могут коня прохилить, диспорить приходится. Какое. Вот бы ботиночки, блин. Сокет выкинуть помойный. Я еще в целом неплохо так переоденусь. Это типа не хил, блю, это этот абсорбер, блин, сразу. Реально, блять. Хила ноль, блять. Не считается хилом, типа. Чужда. Я что сделал? Не считается хилом, только это по поглощение и исцеление у меня всегда больше, чем у него суммарно. Не, если ты волонир, то я в этого. Я резко, короче, темнею. В окно просто выходишь и. Я резко темнею, и шоколад идет с тобой хилить. Пошел нахуй. Я не буду без проблемы домашнего. Ладно, хорошо. А ты в демона спекайся. Тогда войд фури пойдет хилить. Да. А, блин, без... А, вот, а что, все, а что сова дает? Ну все, ничего, блядь. Без... В этом усы. Аккуратно там используй. Меткость ты будешь давать, по-моему. Тут же этого тоже можно обойти, нет? Да. Ну, мы его раз обычно его кто-то пулит, но... Не, в смысле обычно, в прошлый раз не было. За столько ну, один раз повезло. Не. А, это я без вас ходил, я с Фенрири хожу, у меня шиза. Кстати, кипечки его пулили каждый раз. Я на ДК просто кнопку он там типа, полунажатую держу сразу. Полунажатую? Как? Ну, ты сам не знаю. Ну типа кнопка нужно нажимать, когда ты отпускаешь. Вот он просто зажал. У него чё? Нет. Нет, я не тупой. Аддон поставить просто, и она будет... Я умный, чтобы поставить снова флоу кейпресс, блять. Иди там, этих сразу бери. Вот этих, да. Так, дай метку сразу, пожалуйста. Метку. Дал звезду. Так, Арислин, ты готовишь стан. Если мы я, убьем, я за стан. Забавишь? Я ШП, дам стан, потом скорую задам. Молодец. Блять, мне кинули дебаф, все, я не хочу жить. Да, еще это, если вы ролите токены, вы можете жать их в любой спек, и все равно. Что за втыкал? Токенами заролил. Я не услышал, он сказал. Так токен не заролил. Бывает. Ну я к тому, что ну, ты же рано или поздно получишь. Ну и сова тоже. Если хотите, можете жать там любые свои спеки. И все равно. Ты пропечатки пустоты делаешь? Чай его бьем. Да, пустоты. Наверх поднимаем. Ну я что думаю, думаешь? Все будут мейн спек сначала одевать. Да, он шипы одевать мейн спек. Я тоже вот свой мейн спек одеваю. Вот, Катя, кстати, зацени. Буду хвастаться. Вот такое есть. Еще вот такое есть, вот. Это что, на ШП, да? Это правда не на ДЦ, но ничего страшного. Сам мейн спек одевает. Да. Не знаю, чему люди удивляются. Нормально два спека одевать. Ну, наверное, да. Когда ты лок. Ну, локу похуй, у него один спек. Или мой. Я два спека одеваю, на короге я сильный. У меня почти готовый мотик, прям. Чуть-чуть осталось. Пойду на Никс КД Т4 покупать. Второй комплект. Мне бы еще яд упал, чтобы вот когда кружка упала, чтобы вообще нормально было. На Африка? Чего? Че на Африка? На Африка.
Ну, кружка на Африк. Кружка нет, на Африк. Пиво попить. Я не понял, а каким образом? В смысле, нахуя на тебя, нахуя тебе медальон и кружка? Не-не, когда что медальон я один, а кружку один кто-то из наших чувак. Ты думаешь, я кружку заберу, что ли? Да я и беру, ты долбоёб просто. Там епа у чувак, ну, охуеть. Да кто, блядь, эту кружку будет брать? Яша. Чувак и Яша будут брать слово. Короче, бесит. У нас только ПДК ее заберу. Она бис сейчас. Ладно, ладно, я говорю, ладно. Старая помянем. Все. Вопросы? Как говорится, открываем Синдор, а там кружка, блин. Слушаем Яшу, Яшу говорю, кружка имба. А вот прикрыли. О, нагнел. Нагнел, да. Мы, конечно, сильные. Но. Но опять кара забагается. Неожиданное нападение, блин. Прям максимально неожиданно. Я вообще забыл про них, блядь. Обычно. Без ли получается. Ок. Придумал, надо сейчас проверить, отключен ли у меня плейт бас заранее. Не отключен, блять, как сказал. Ну все. Надеюсь, завтра рейдить не пойдем или сегодня? Ну не, вряд ли. Если я понял, что я на этом сезоне пушку не апну, блять, так обидно стало. Опять ка рейтинга крайне лень, блять, набивать. Ну, служба. Странно, что тебя это вообще заботит, если ты в PvP фурике бегаешь. А почему бы и нет? Не знаю. Не, как, у меня было такое желание, конечно, апнуть. Я сейчас 28к хонора просто. Отдай. Да он это делает, блядь, сумасшедший, нахуй, из больницы только выписали. Шизы, блядь. А что, может сегодня ВК не собираться, я на РТ М2Г пойду? Это вообще хайп. Я пойду за... А что, может если не собираться, может мы просто кару до конца закроем сегодня? Да не закроем. Не собраться. Ну там... Легко и просто. Ну, как-то, как-то в четверг не очень уверенно было. Думаю, честно. Смотри, в ВК просто не приходят разбойники и ханты, и все. Разбойник придет. Не, просто... А, ну ты, до этого просто тебя еще не было. Там в 20... Ну, где-то в 20.00 шел плюс на сбор РТ, в 20.02 у нас спать уже 40 человек. Я тоже такое видел раньше. Ничего. Вот. А слотов, короче, 25. Ну вот, кто-то обиделся. Здесь стало меньше. Типа кого кто-то не попал и перестал писать. Ну, типа просто во второй стадик людей запихнули. Ну, меня так два раза кидали, блядь. Ну и чё такого? Ну не попал ты как бы в основной стадик, ты хрен. Попадешь на другое. Мне было на роге грустно напуливать. Я рад. Хотя грустно, я жалко. Грустно, когда не попал тот самый лук, которого мета-сокет постоянно. Еще сокет просто. Он меня голды занял еще. Он меня спрашивает, типа, ебать, а чё ты жмёшь, чё у меня по сакетам, глянь, я говорю, ну ты долбоеб, пиздец ёбаный. Он говорит, дай голды, пожалуйста, займи, я тебя открою, ОД нафармлю, я тебя открою. Ну ладно, на. Вернул. Деньги? Не, верни. Ну красава, чё. Получается. Похуй, он меня попросил 5 минут. Даже если б не вернул, я бы понял просто, что чел гнилой нахуй в чат кинул бы и всё. Не проебал 5 тысяч голды, да?
Я сейчас вот только зашел. У меня грудаки понакупали. Уже больше, чем пятька. Так что еще плохо. У меня баланс минус косарь, блядь. Давайте, побейте нахуй. Прикольно. У меня сейчас 130, еще науки 50. У меня просто минус косарь, это ж. Значит, денег! 130 тысяч. Типа. Ты еще редарк сделал. А, или погоди, Реслин, это ты ОД или голду? Да, второго пулять надо, все, мы рано ж идем еще, у нас час будет есть. Не, ОД у меня 70, там нормально. Где ты, сука, столько нафармил? Он не продавал просто ни разу. Ну, не, я тысяч 10, я тысяч 10 недавно продал. Так у Реслин 212 тысяч, блять. 212 это да, я не знаю, безумие. Это ему еще спамим его на ОД. Да короче, на эти, блядь, РБКшки фармят. Я скинул, блядь, чарку, у меня нет денег, я не знаю, как жить. Знаете, могу тебе продать по выгодной цене говна, ты его потом перепродашь на аукционе. И факт, что его купят. Да Кате надо было зубы? Наверное, да. Но я скажу, когда. Отлично. Наверное, на последний. Не, давай только не на последний, чтобы у меня откдэшились к следующему разу. Если на последний, они не откдэшатся. Так. Сам, короче, решишь. Но... Тут сопроты? Нет. Дед, блядь. Дед. Так, давайте мы быстрее его убьем, я сел в банка. Релот. Тебе все равно перепивать на ран надо, сопрот. Да, сопрот. Давай быстрее, метки. Релот, я гружусь. Метки, похуй на релот. Я не могу в релоде метки ставить. Так дед поставь макрос. Дед говорит, я не буду пить. Не-не-не-не, не было такого, ты что, охуел? Стоит про шоколада. Ничего страшного, Рефин, в меня просто не кинется. Можете не перепивать сопрот, если хотите. Там раз, два, три, четыре, пять. Босс простой, мы убьем его и так. Какие сопроты? У меня АПшная фласка горит, блядь. Да я про... Почему вообще сопротивная фласка? Вставайте, а. Вон свои эти мячики. Так, ну первые две ставьте для меня, когда вот эти вот, звёздочку и печеньку. Ну, оставили. Кто пуляй, иди. Арислен, иди сведу. Иди пуляй, дека. Иди, кей. Там-то убегай просто, чтобы не добежала нормально. Я на пулю. Ёбаный дракон, фу, блять, отвратительный босс. Каждый дракон. У тебя его хвостом пиздит, что ли? Не, просто отвратительный дракон. Сава в огонь идет. О, нужно повесить. У нас сава вылетела. А, нет. Сава, бей под лучом. Бей под лучом. Ты можешь бить, просто у тебя больше дэн нужен. Рано просто прыгать. Дай сейчас под этот губ. Да, хорошо. Да. Щит даже не пробило. Ну ладно. Да, второе дыхание не думаю. Если это второе было. Это было второе. Ты третье? Вообще похуй не знаю. Пока я не на танке, мне так похуй найти дыхание. Реально. Надо что-то подумать. Я взял ФК, скажу. Я еще буду лицо себе разбивать. Ура. Хочу лицо себе разбить. Надеюсь, меня захилят. Давай. Реслин тоже, кстати, голову себе ломает, или чё-то. Тут дэмджа много. Урион себе голову ломает. Кури не ломай. Пять в дурку упай, попадёшь. Давай, Гер. Так, пошел дэмэдж, чё там? Тринкет нажал, дотки накинул. Бомжа призвала, кара. ВП. Гер. Чё? Говоришь кара, нет, что гер? Гер. Но по 9 тысяч критует, кстати. Да
15 секунд. Нормально, закончил. Сколько у тебя даже был? 45. По местам. А, останемся. Все по местам стали. Меточки. Ну-ка, дайте луч нахуй. Что мне не дают плюс дэмэдж? Я мне дал луч, блядь, второй. Ебал, я пойду бегать. Без ваниши. Сюда! ПС нахуй, давай. Неужели я дождался плюс урона, блядь? Вот где ты? 10 секунд зубы, даже чуть больше. Короче, через дыхание будет. На следующий давать? Да. Ты, конечно, прикольно придумал. Ну, уже подвести. Да, хаку, 8. Ну как сказать? Второго статика, не зачем ты. Ну там не факт, что собирается, типа. Ну, я думаю, не соберется реально. Я думаю, соберется. Зерон, Плантов не хватает, блядь, у меня. Мы должны два босса. Единичку взять, а не два. Ну по-хорошему, если мы сейчас рано убьем с первого, интересно, с первого нормально будет. Это тереть надо убить, фу. Ну долго, ну. Ой, а я сердце убить, я забыл. Да. Как иначе? ПС будет? Когда я покажу. А, вижу. Ну там чуть-чуть, короче. Не хватит. Кто-то не взял. Кто-то не взял. Кто взял? Взял. Ой, ой! Нормально, все, все хорошо. Там все в крит улетело, блядь. Момент страшный, блядь. А под лучом лучи типа стакуется и урон больше, да? Чего? Если АФК стоит на луче, то лучше просто стакуется и урон больше? Да. Блин, на мельке хочу побить под лучом. По меткам станете? По меткам, да. И танк подними. Пожалуйста. Ну. Разверни просто босса. Похуй как стоит. Ладно, разверни. Еще вот так нормально. Мильки осторожно, блядь. Ты ебаный дракон. Зубы КД, 30 секунд еще. Нормальный дракон. Хвасони пиздит уже хорошо. Мне кажется, раньше все драконы как-то лучше танчились. Может, раньше на другом сервере его? Не, на X3, на X2. Щи, ГЦ... Кого ГЦ, не знаю, но ГЦ... Шаку тоже хорошая. Блин. На мишку уровень, на шапку. Могу рану. Рану? Рану, да. Так. Туда? Я полетел. Держали чел на двери. Блядь! Сука! Ты не долетел? Нет. Перелетел? Я забыл, что мне тоже надо КВС, блядь. А. А-а-а. Сука. да. Ну заскамили, получается, заскамили. А что за квест? Молча убиваешь, потом гнева убиваешь, потом. Потом погибли. В рот. 150 баджи, РБК. Разошел такой скам. 1000 ОД. Нормально там. Надо УД пойти продать, вот денег нет. В отрицательном балансе сидеть, конечно, такое себе. Суд крови Бактеридона. Ебаный себе. Так, у нас же никто не сдох, да? Ну, вроде бы. Ну, вроде да. У всех рыба есть. Банки все, проверьте масло. И... с первого пула убиваем.
Если углю нажмется бабла, не 50%. О, здрасте. Кто такие? Так. И... Так, рыбу еще поставь. Что, я ставлю тогда до дня, короче. У меня 10 минут на рыбу. Там свои ауры ставлю. А, Рассен закрутит он делать. Он уже пришел. За духами. Дайте ему духи кто-нибудь там. Окей, дайте ему испадочные духи. И стоп, какие испадочные? Стоп, у тебя этих нету, блядь. Давай пожалуй, тебе. Пожалуй, тоже духи юзну. Лучше бы билд сделал. Наверное. Пожалуй, тоже себе СПД возьму. Какой-то веки. Пел. А ты рыбу не пел, вот ты чё. Чего тебе здесь? Не, ну ладно, вроде успеет. Может, не будем 10 минут босса бить, правильно? Кто нас знает, блядь. Могу тебе дать похавать хавчика. Который дает меньше в два раза. Нет. Не надо, спасибо. Так, все саппорты же бахнули, надеюсь. Все прям саппорт. Все, ну, че? Не сходить ток. Если не готов, ждем. Как, моё Т4 на лед? На зиму? Да когда хочешь, наверное, сдавай. Не, на зиму, в смысле, если че. На зиму, ну можно, ну, понятно, что на зиму, потому что этот... Может, в принципе, и на элемов дать под конец. Но если нужны будут на элемов, то скажите. Да, ну на элемов вроде там капли зубы. Нормально. Че, я пуляю. Я пуляю. Ставьте, давай. Выходите. Так, Void Fury. У нас обычно сова стояла. Вот. На метке, вот, да. Здесь. Там вот здесь, да. Зеленый, в зеленую кто замораживается, выносит. Void Fury, все. Верога прыгает. А вот ты там стой. Стоишь, да. Еще раз, кто этот. Кто замораживается, тот этот. Блять, мне косты не видно. Под зеленая. Я эксперо забыл отключить. ГГ. Припод. Я отойду. Так, кикаем только ледяные косты. Напоминаю. Кумат шиза. У меня шиза. Ну ты и не кикаешь, повезло. Бать, Ури, откуда ДПС? Это кикается? Видимо, нет. Чковать? Охуй, правильно. Поебать. Сейчас зима будет на ББ. Чоколад. Ну почти, похуй, почти. Было близко. Хаку. Сбить? Хаку, прыгай в этот. И зима сразу. Хорошо, хорошо. Стоял бы в глыбе, чё ты? Стоял бы в глыбе, реально. Хаку инфернальная. Вот. Так, не знаю. Ледяная хиси раскикнули. Риона инфернальная, отойди от всех, блядь. Там сильно инфернальная. Зерона инфернальная. Кик. Я, кстати, эту зиму вообще не хил, углю в соло прохилил. Блин, молодец. Это вагон, блядь, на ДЦ. Иди нахуй. Я, блядь, перебиндил КС нахуй. Не дал его, сейчас дам. Кто не скачет, той москаль, блядь. А зеленка поглощает эту замораживающую, что ли? Кофе, зеленка, нет, ну. Кош нет. А, кош нет. Зеленка нет. Нет. Блядь, зеленка классно. Я не знал. О, Гера, кстати, под этих. Двигайся, бездарь. Мы не под первый дадим. Там фотки выпьем просто. Бурсанем успеем. Факт. Оставим, если кто-то отъедет. Все слышу. Зеленка. Ты бы нет, этот, ты бы в зеленую бы отошел.
Это синг разморозить надо было. Разморозить. Там танк разморозить какой-нибудь? Синг разморозить. Меня прокинул. Чё, да? Что, бля? Ну, я кинул, блядь, исповедь, я отвечаю, но я не знаю, почему он не долетел. Боб у меня, да, Ярослин? На КД еще. Нормально. Вы умрете. Инфернально Зерона. Глю инфернально. Глю инфернально. Глю. Да, блядь, нахуй ты меня-то убил, ну ёбаный твой рот. Пизду, блядь, стою, гимн читаю, чел, блядь, ко мне подходит, ебашит меня. Понял, нахуй. Дабл килл. Записал, блядь. Диван есть? Диван есть, не стал. Тусус есть. Победите к ходу ближе, чтобы нормально встали все. Как же тебе похуй. Сука, последний тик не хватило, вот он реально в тебя бы сейчас влетел, ты бы выжил от этой хуйни, я сразу бы тебе щиток дал и связующим прохилил нас обоих. Я не выжил. Пизду. Там последний тик гимн еще был. Так и был, что? Да. Он сдох же. Так он сдох, потому что гимн, блядь, не прошел. Так, а ты сдох в ту же секунду, что он. Что ты несешь? Он убил меня. Забей. Тотем. Да. Там в диване вроде не. Там меня убил, не могу дальше. Я еще не понял, как Синг-то умер, я. Ну, я пытался, честно. Не, типа, я дал исповедь, и он умер где-то после. Через 0.4, после того, как исповедь кастанул. Ну, там два дебафа застакалось. Я прям, ну, нормально так заранее дал. Я поэтому не понял, что надо. Блять, это первый вайп. Нормальный на сегодня. Я рыбу ставлю. Грустно. Раны. Если мы сейчас убьем, то мы успеем тереться. Да, если вот прямо сейчас мы убиваем. Ну хотя, ну блять, у нас еще полчаса есть. Можем где-то один или два пула сделать на тереться. Надо сейчас убивать, у меня банка кончается. А мне перепивать ее. Ну, гильдия у нас. Может, и не будет РТ. Ебал, мне просто это вторым. Это во второй статик твинами ходят, ебал лутают. Прики вот эти два. Ты же сам пойдешь. На ком, блять? Ну, если... Ебанутые, мы же договаривались. Ну, мы... Да, что мы договаривались? Знаю. Мы договаривались, что на ком будет играть. Меня никто не говорит про печку, я не смогу пойти на печки. Почему? В смысле? Потому что у меня там никто не настроен. Потому что ты говорил, что я ВК на Оле буду ходить, а мы договаривались, что я на Сове буду играть. Все. Нет, меня нет. Просто... Ури тут? Я пуля. Заходи. Нет, США, я миф. Так. Нету. Заходи. Сейчас зайду. Там син пиздобол. Я его пинговал даже. Вон иди нахуй. А эти, это, блядь, огурцы возьмите еще. Ай, блядь, огурцы. Я их так давно не видел. Выпей. ПС. Не сразу кикайте. Все разморозятся. Грустно. Грустно. Кошку проверю. Блять, хули вы так все близко стоите? Я подходу. Давай, Макс. Мы возьмем. Да не ты, а один Азерона. Стою как хочу, блядь. Мне правда хуяра. Подожди меня нахуй, следующий раз. Идите, идите. Побежали уже. Вот очки бахнули. И фугурс ты. Ты поносишь двух? Или мне пытаться? Поношу. А, Вайсфу и Ури. И Сера, Зерона. Зерона. Вайсфириса. Синг Ури. Ури 2.
БР. ББ. Без арены хилах. Синцом, от фьюри. Рисуем, сляк. Глюм. Азерон. Сляк. От фьюри. Синцом. Сера. Разбежаемся. Разморозить. Кесеру прохил. Вижу я, кого прохил. Я за кустами слежу. На этом был. Я смотрю просто, у него секунды 3. Да на нем этот. На нем все равно этот, блять, молитва была. Че ты иди? Не двигайтесь, когда. Уре, разморозь, похуй. Нет, ты типа, не видишь, но помню. Я запизделся. Спасибо, Уре, что разморозил. Наверное, зря это было. Не, не зря, блять, похуй. Похуй на него. Я отойду не будете. Там кажется 4 секунды, блять, у него. Беги, малышка, беги! Звучит как будто бабл. Нет! Кикать. Не кикать. Вообще это звук, блин, как надо было кикать. Да ладно. И кикнули бы, блять, в окно нахуй бы вышли, вас бы синк просто обосрал бы в нулину. Доморозка. Ой, я что-то потерялся в пространстве. Азерон. Венец. Похоже на флип. ПС есть? Флип чего, блять? Мы в каждой фазе по одной словили, два венца только. Два венца. Мы обычно не ловим. Два венца. Ладно, хорошо, у нас обычно фамильяры зима. Понял. Ну тогда. Так веселее ж проходить, не знаю, фука стоит. Интересно. На босса так и фука. Ну, я на земле начинаю бегать по кругу, как дебил, все, блядь, все мои игры. Кто не бегает, блядь? Глюм. Я сомневался. Флешки кидаю, мне нормально. Это вот флешку кидаю, и нормально. Ну, что-то, знаешь, незаметно было, когда я умер. Ой, не забыл. Как его разморозить надо было? Шоколад. А похуй стоит дед, блять. Яр, глыбуй. Глыбу проебал. Геру. Да давайте Геру, блять, на тересте наставим. Ну куда, блять, блядь? Говори на открытых фамильяров, блять. Да не, да можно это. Да можно дальше оставить. Да блять, это ж наша фишка, статика. Геру оставлять, блять. Это старая статика фишка. А. Да не, ну вы ВК, мне кажется, мы тоже оставляли. Ты понимаешь, что у нас осталось это, блядь? Синхи, сера, вот два человека. Азерона. Хесера, 5 шоколад. Азерона, флаг. Хесера, Азерона. Слякать, флаг. Азерона, харк. Азерона, синь. Ты заебешь. Хотя, если изучим хилим, наверное, так вот. Шоколад. Кесера. Арислин. Так вот. Арислин. Арислин еще раз. Нормально. Ури.
Еще Ури, еще раз Ури. Убили, по-моему. Ури прохил. Давайте, уроните меня, сука, во второй раз. Блять, да без Б, нахуй. Просто не хили его, просто не хили, все. Да ладно, я хочу босса убить быстрее. Я, блядь, этого прикол. Был бы день, когда, блядь, лимита верхнего нет, я бы убьёл босса. Я тебя ебал, я забью, если ты убьёл босса. Ебаё, блин. Кто такой, нахуй? Я? Да, ты. Я. Кингсон, кто он? Петь песню, блядь. Нахуй он пойдёт. Давайте мне, блядь, плечи, нахуй. Какие плечи? Вот эти, что ли? О. Спасибо. Ури, я тебе говорю, что я уберу. Но я уже другой интересую. На агильное вы что, вообще там? Ну, нормальный лут. Пошел. Вы не твари, не? Не раз. Ну все, мы можем, смотри, мы выливаем почти скоро уже. Еще пару шмоток и выливаем, реально. Так я тоже с таким лутом. Ты зачем очи вы насыпал, не понял? Вагоны. В смысле? В смысле, я вообще косты покигал, все, идите нахуй. Видел, что Феникс написал? Так а что, мне билд менять нужно, нет? Еще раз. Билд нужно менять? Нет, на оперу менять. Ты это линкани, это пироманта. Слышишь? Билд только на оперу меняешь. Ага, хорошо. На опере тебе пизда без этого билда. А здесь два танка, да? Да. Мне РТС говорит... Что там? Полезная инфа какая-то? Да, пиздец. Так, МРТС говорит, блять, у вас на стриме два зрителя. Я и Айдар без аккаунта. Бля, мне надо это самое символы ставить или так зальем, типа? Босс. Да вставляй, я тоже поставлю. Давайте, блять, как обычно делайте. Да, единственное, это ДК, ладно, мы этого босса очень долго убиваем, прям пиздец. Стабильно, но минут 13. Вот. Нормально. Там не, мы все просто за 7 минут убивают, мы не понимаем. Да, мы за 13. Вот. Ну, у нас, конечно, один на ФК стоит милик, блядь. В этом, в хардмоде, типа. Не, просто до этого у меня был статик, просто где мы типа вообще не убивали, ни рана, ни копытка. Тоже правда. ДК, ты тут шаришь, что надо делать? Ну да, в принципе, с меткой. Плюс-минус. Я надеюсь, хотя бы в ближайшее время ты не съебешься. Ури, а тебе что интересно, знает ли он что-то? Потому что когда я в прошлый раз попросил объяснить Фенриру, что ты сидел, молчал. А, я Синсон доебал в прошлый раз. Есть. Так, на тебе рыбусь. Смотри, он там умирал. А сколько есть, если что, по 5 стаков? Подождите пока. Ну да, по 5. Я просто, если больше, переёбывают обычно. Да, ну, если мет, если порчен, там, это семя, то, ну, держи до талого, не спадёт. Да, заносишь, если что, прожмусь. Нет, нет, в смысле заносишь, ты сам смотришь. Просто его фокус возьми и смотри на нём дебаф. Хорошо. Ты можешь посмотреть, куда скачать. Типа, там много какой-то другой инфы просто, которая, блядь, ну. Тебе все равно больше ничем. Тебе все равно больше ни зачем следить не надо. Просто. Фенрир возвращается, блядь. Там особо. Сирус что? Новость первую чекни. Фенрир возвращается. Кто возвращается? Да не забито. У нас чел на ДК жаловался, что. КД на гулю идет, когда на арену заходишь. Это уберут. Да, пробафать можно тебе, Здри. Блять, шоколад зайдет, а если не зайдет, я кину бафа. Тебись. Так пока все не это. Чего это слабые? Пока все не в рейде, я не бафа. О, открытка, кстати. Открытка, кстати. На стамину надо хавать. А где? А я на стамину не взял, блять. На ловкость бахну. На дух. То есть, почему один трай? Да. За две упадем, успеем еще один. Ну, если быстро упадем, то два трая. Почему? Если мы будем падать, то у нас 5 траев. Нет, у нас РТ. У вас РТ. А, ну, без нас убьете, короче, позвоните. Меня на шамене вряд ли возьмут. Просто.
Рид падки звучит как твинк Рида. Это вар должен. А, не руид. Друид. А, он же там качал вроде видел. Ворона уже видит. Барыга Чархолича. Понял. Можешь пойти к Time to Blank. Понял. Чё там, ебаните метку, где там ДДшники стоят? Да, где, кстати, держать его? Вот. В красной метке. Ну, всё. Прям, можете к стенке все прижимайтесь, и нормально. У стола его держать? Ну, да. За стол, там где-нибудь. Тут не важно, как он стоит. Ориентация его не очень. В воде, если за столом будете, то бесы к вам побегут нормально. Если рестлинг будет отходить каждый раз, то тоже. Потому что бесы ж бегают и начинают касить в рестлина или в танков. Не, по ощущению, столу... просто ты оттуда там хуёво стоишь, не? Я? Угу. Да я, когда я там не стоял, когда Хак стоял, сразу бесы хуёво иногда бегают. Значит, вы оба хуёво стоите. Хотя бесы тоже не всегда сразу приходят, они, блядь, посреди... Мне они нормально стоп... подходят. Я видел, как они стопались. Они так останавливаются, потому что они я начали бочку последние пулы на беса отбиться. Понял, поэтому они там становятся. Мне кажется, что это такое. Этого не было вроде. Будет сидеть, считать. Глю, накинь себе там баф. Или не глю, а реслин накинь ему. Ну, по 5. Почему, почему там по 5 не вижу на нем? Потому что его нет. Дайте им по 5, глю, кто-нибудь. Кто-нибудь, я даже познали. Кулак ему ебанул правильно, нахуй. Ждем 10 минут, ему дайте ему 5, хотя мы статаем, стоит, ну полз. Вот. Долгонок совет. Он без МП5 до сих пор. В окно можно будет выйти. Дай глю МП5, пожалуйста. Ему кулак перевесил. Все, выходите. Да все, не надо, просто МП5 кидаешь 10 минут, ну, и не надо пуляй. Перевешивать. Это похуй. Пуляй, пуляй, пуляй. Убиваем босса. Что за кубик? Че? Какие нахуй кубики? Ну, у вас на головах. Змей, надо просто меньше пить. Шизик? Да, дон какой-то. Там есть семь. А, не, погоди, реально кубики. Надо тоже меньше пить. Какие кубики? Чего сидите? Это ну спасибо, шизики. У меня мне семь, блядь. Я снял. Метку словил, все, хорошо. Надеюсь, ты там на сове покадаешь между разом? Мало ли. Фотки и... Никогда, наверное. Да, там больше ничего нет. Я варислину буду напуливать. Больше дай ему. Они все на хак выйдут. А это мне автоатакой шифт срываешь? Так, я по пойду. Прохи, я вижу. Нет, я еще подожду щит. Все, ухожу, подожду щит. Бля, я другим символом тебе долго без рубить. Вперед? Я вышел. Нет. Я пока синг нет семи? Т4 нажми, Т4 нажми. Метку хаку, метку хаку. Не повезло. Ничего, еще раз будет. Мне семя, мне семя. Да, я пока постою, только кину метку. Ну, мне тоже семя. Надеюсь, что успеет у тебя спасть. Или мы кого-то будем продавать. Дальше вы, дальше вы. Дашь поезд, ты спрашиваешь? Да, 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 дам, да, да, есть кто. Отбал всеми? Да, да, да. Нет, где все? Хорош. Хорошо, хорошо. Как же ТК хочет босса, блять. Охуею.
что я прям выхожу в бой. Бэрл. Кто-то проиграл дуэль, все по всему. Да. Ухожу. Облива и там достал эбо. Пиздец. Плюс окно нажми. Облива зажала хаку в комнате. Зажала в комнате и дала пизды. Баны обливен, блядь. Да, вот так вот хаку тебя ходить в это в ПВЕ. Я скоруха, прохилить, пожалуйста. Я пытаюсь, блядь, флешками закидываю. Я сразу не закинул, я ухожу, 5. На мне 7, а хаку выйдет. Блядь, хаку опять умирает. Дай ему сенс. Сейчас он получит от этих. Я как метку вспомнил. Он может не заходить. От клада мертвых. У него должна быть глыба же еще, не? По ней, да. Так я пошел, у тебя нет 7? А мне 7. Я выше. Ёбаный босс. Хороший босс, что это? Я просто пускай глыбанет. Это 4 нажми. Он уходит. Лучше бы вышел бы сразу. Сера нет. Угу. Как умрет, будет грустно. Будет пиздец, как бы грустно. Ну, без него, наверное, даже. Если не будет прокать, как хуйня. Шаве, есть вопрос? Нет, слежу. Есть. На мне 7, блять, опять. Давай, Шаве. Сейчас выбираем. Так, я пошел. Я прохи, Гига. Щиток я пошел. Метка в хаку, блять, еще одна. На мне 7 был, я же сказал. Ты поиску у него и зубы просто дай перед уходом. Ну, поиску, да. На мне опять 7. Буду думать. Там не скоро. Я просто в ахуе сижу. А тут без кстати что-то ебать сильно пиздец. Ну я стою. Меня выбрали, блядь. Так, глюс окро нажми. Иди бейся. Я закину, заходи, я закину, если. Нет, блять, без поездки, ладно. Ну я тебе зубы дал. Ищет. Ну, поездка полезнее, чем зубы. У меня нет ПКД, блядь. 30 секунд. Там вообще без вариантов. Иннер залей этому престу. Я выходить уже скоро надо. Я вышел. Я забрал. Так, сразу, если вернешь, сразу блинк вперед. Я забрал, да. Семя, задоджу. Задоджу. Ухожу. А, ну уходи, Хаку. Чтоб не прилетело в тебя метка. У меня что-то маны нет, он да. Эх, прилетело. Хорош. Если хилить флешками, маны, кстати, не кончается. Интересный факт. А можно или флажкой можно уронить рейд, ну да ладно. Угу. А не метка, наверное, пока. Т4 нажми. Стань подальше, если можешь, на 7. Ты поближе панели просто. Да, блядь, я и так смотри, как далеко стою. Дай тебе щит. Я ухожу. О, подыстерить, а чувак просто разъебал. Кого есть? Есть. Сейчас бес вообще не домашний. А я вижу. Так я стою. Бэл давать. Далеко от меня. Не съел так, так далеко, в тебя метки прилететь. Ближе. Прохил. Там не съел. Шве, дай. У меня все хорошо. Мало залить. Я забрал бот. У меня летит. Блин, еще будет. Вау. Я нашел точку, где бес меня вообще что-то не дамажил. Да я тут еще бес так, вообще. Блюз окро нажми. Я вышел. Я стою с меткой пока. Ну возьми, я прохил, пожалуйста. А не съел. Ой, ебать, не буду. Так, я ухожу. Сухи пойти. Чит.
Блять, я чуть-чуть не успел. Успел, но лет. У меня грит не показывает даже. Ты прям, знаешь, в 0-0. Да ты сказал, что я, блядь, пока навелся, пока ГКД прошел. Блять, а сейчас бес ебет почему-то, я не понимаю. Я ушел быстро. Я ушел. Хил. Семя снял. Мне тут слоился. Я следующих бесов разъебу. Т4 нажми. Вышу. А мне семя. Хаку выйти. Так, а я ухожу. Семя на нем. Блять, кто ничего выйти. А, метка хаку. Шива есть? Да. Ну хак. Блять, у него мана нет. Семя. Гил что-то. Бей, иди бей. Сейчас дам тебе. На мне семя все равно. Пока так чилим. До конца. На мне семя. Блять, это, кстати, плохо. Урик прохил. Шоколад метка. Жми шивай. Все, шоколад это не заходит просто. Да. Прохилчик хватало, можно дальше. Если будет в ущерб там мане и танкам, то похуй ранение встанет. У тебя 7, кто 7 прилетел? У меня нет 7. Меня? А жизнь лучше, что? Да? Хаку, можешь идти, Хаку, можешь идти. А. Можешь вставать. Я свою метку нормально. Блюса кого нужны? А мне семя. Как выйдет? Я сейчас выхожу. Фул по боссу играть. Не надо беса бить. Там 4%. Мне кажется, или мы забили босс за 8 минут? 10.30. 10.50. Ладно, пол. Разгоняемся потихо. Я вышел. Мы убили босса в 10-ром. И довольно быстро. После чего тоже. А вот хуй вам. Пояс. О, ебать лут. Ури ГЦ. Ури 4 шмотки. Господи, как же Ури наныл, это вообще шок. 4 шмотки за КД. Урич, носи шмотку с интой, и чтоб тебя все обсирали. Ну-ка. А похуй. Буду. Сяка, тебе могу отдать? А? Там с интой. Зачем ему надо? Похуй. Если ему надо, у него 58. Все засрут. Там меткость, просто у нас повесила. А давай тогда. Шоколад. Ты знаешь разницу между этим поясом, и который падает с этого, с груля? Там есть разница вроде. Чуть-чуть, немного. Да, чуть-чуть. Чуть лучше с груля. Да. Пошли на это. Там разница. Представь, сколько будет шуток, блять, про Вара и Инту, типа. Да похуй. Похуй. Все, пока, Ирон. Ну, да, до второго пирома.